Так, всем привет! Сейчас почти час ночи, но у меня на кухне еще горит свет. И вот я застала саранчу, как она хочет отложить яйца. Посмотрите, она практически полностью брюшко засунула в песок. И вот роет, и роет, и роет. Я ее посадила сюда, чтобы она нашла этот, что немножко неудобный контейнер маловат. Видите, у нее на конце вон брюшко. Вот такие, как щупальца. Роющий такой инструмент, посмотрите. Вот и пошел процесс, смотрите. Ой, вот это она откладывает эту с яйца, по-моему. Или я что-то ошибаюсь? Не, наверное, еще не откладывает. Это мне уже мерещится. Вот она расширяет эту норку. Видите, как будто пальцами. Вот так. Вообще удивительно. Это повезло, что она начала копать прямо около стенки стаканчика прозрачного. Вот тут утрамбовывает. Дай бог, чтобы получилось у меня снять до конца. Так. Ну, конечно, впечатляет. Кто-то не любит насекомых, конечно, тут это, как это, из фильмов «Чужой». Что-то такое страшное с щупальцами. Вот. Сама мамочка вот тут у нас держится за бортик и очень внимательно, вернее, сосредоточенно, значит, настраивается на сам процесс. Это все равно, что, знаете, в темной комнате непонятно, что делаешь, там на ощупь все. Так, ну если получится, не знаю, или получится увидеть сам процесс. Если повезет, то получится. Но видите, она вроде как ямку выкопала. Вот. Там, напомню, должна